С 1995 года в городе Видное устраивают праздник для автолюбителей – конкурс «Автоледи». В этом году открыли 20-й сезон. Желающих поучаствовать в соревнованиях всегда немало. Ведь в его рамках можно потренироваться, улучшить практику вождения автомобиля, а также получить медали и призы. Наша съемочная группа побывала на всех этапах очередного конкурса. Подробности далее. 28 июня на территории отдела ГИБДД по Ленинскому району проводился ставший уже традиционным конкурс автолюбителей. На этот раз соревнование, посвященное Дню молодежи, проходило в формате «Автоледи-автомастер». Несмотря на то, что, как я уже сказал, форматы могут меняться, очень важно, что не меняется стремление участников этих соревнований к победе, к повышению своего профессионализма. На самом деле, проводя это мероприятие, мы преследуем одну большую цель. Это профилактика, повышение уровня культуры на дорогах. Главный судья соревнований провел инструктаж с участниками, а затем претенденты на победу, а это более 20 человек, отправились проходить следующие этапы. Вначале экзамен на знание правил дорожного движения. За 17 лет практики Татьяна освоила вождение на отлично. И, несмотря на это, перед конкурсом снова взялась за повторение правил. Опять взяла в руки правила дорожного движения и стала его изучать. Это плюс большой. И очень хорошо, что проводятся такие соревнования, потому что нам дают возможность немножко поволноваться, немножко потренироваться, да, и, наверное, вспомнить, что вот 17 лет ты водишь машину, и как ты ее водишь. Конкурсанты показывали хорошие знания, быстро и правильно отвечали на вопросы и в следующем туре – оказание доврачебной помощи. Но и самый любимый всеми заключительный этап – фигурное вождение. Показал отличные навыки и мастерство водителей автомобилей. Здесь они выполняли проезд змейкой вперед и назад, заезд в гараж – два упражнения. Фигурное вождение, оно дает какую-то уверенность на дороге. Пусть это как бы конкурс, пусть это на закрытой площадке, но все равно дает возможность потом в будущем это какие-то моменты использовать. Отдельной частью мероприятия стал конкурс езды на мотоциклах. Здесь нужно было справиться с тремя заданиями – змейка, поворот и мостик. Постоянный участник этого конкурса Артем считает, что для победы нужно не только думать, но и рисковать. Я занимаюсь мотоболом, мотокроссом, спидвеем еще от ДСАФа. И они мне помогают в этом, в этих соревнованиях выступать. В качестве наград за победу в соревнованиях – медали, кубки и ценные подарки. Но не для всех это самое главное. Конкурс «Автоледи» мне дает, наверное, удовольствие, настроение отличное. И еще положительные эмоции и, наверное, стимул. Узнавать еще больше, лучше и действовать также на дорогах. 20-й сезон конкурса «Автоледи» показал отличные результаты, а его участники еще раз отточили мастерство вождения и правильные стратегии на дорогах. Лариса Вольнова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.